样的衣衫，同样的笑颜，和你手拉手转圈圈。品尝着爱情的甘甜，点起了我的皎洁，亲吻鲜花和誓言，月亮星星照耀，只想陪你一起看，胸口给的心安，拥抱给的温暖，可不可以约定到永远。Президент! Создаешь проблемы? Президент, уходи, давай, уходи. Такая надоедливая. Баянь, у тебя все нормально? Все в порядке. Я оставлю вас. Увидимся. Господин Лу, госпожа Хань, извините, что прерываю. Господин Лу, по вашей просьбе я отказался от романов для мужчин. Мы все еще можем договориться о цене. Только не избегайте нас. Недавно я так увлекся убийством Линнань, что потерял счет времени. Сожалею. А? Нет, я думал... Точно. Она одна из ваших авторов романов для мужчин, верно? Она все еще работает на вас? Да. Я видел последнюю главу. Она ориентируется не только на мужчин, но и на женщин. У нее хороший потенциал. Если она все еще работает на вас, я инвестирую в вас сумму первоначальной оценки. Это не в его стиле. Ты не подходишь для этой индустрии. Сдаешься так легко? Лубаянь, президент Ду больше не хочет работать со мной. Все кончено. Отрекаешься от себя только из-за этого? Разве это правильно? Они правы. Я не смогла стать хорошим писателем за столько лет. Я действительно не подхожу для этого. Нет. Я думаю, ты подходишь для этого. Ты знаешь, каждый раз, когда я смотрю, как ты пишешь, я всегда чувствую, что твои глаза светятся. Что это доказывает? Это доказывает, что тебе это очень нравится. Ты наслаждаешься процессом создания. Я чувствую энергию твоих романов. У тебя особый стиль творчества, верно? Хорошо, к чему я? Раз тебе это нравится, почему тебя волнует мнение других? Я все еще помню, когда я впервые возглавил компанию, никто мне не доверял. Они все тайно сплетничали обо мне. И что? Если бы я сдался, я бы не имел сегодня то, что имею. Правильно? Чтобы написать роман, ты даже вышла за меня замуж. Ты боишься вернуться? Они приостановили этот роман, и что? Ты можешь написать другой, верно? Угу.
Алло. Привет, Дзянань, верно? Это президент Ду. Мне так жаль. Прошу прощения за то, что я только что сказал. Не принимай это на свой счет. Я размышлял об этом. Думаю, мы можем продолжить наше сотрудничество. Завтра, если у тебя будет время, ты можешь прийти, и мы поговорим о деталях. Хорошо. Подожди, ты сейчас плачешь или смеешься? Нет. Идем домой. Господин Лу, теперь мы друзья. Хорошего нам сотрудничества. Мы благодарны за вашу помощь. Очень благодарны. Спасибо. Конечно. Спасибо, господин Лу. Ты ничего не понимаешь. Это мой особый способ. Это будет реалистично и принесет больше признания. Маленький монстр. Что насчет писательских способностей этого автора? Она очень талантливая. Она так хороша в создании сюжета. Она хороший писатель. Женские романы очень перспективны. Особенно, если по ним потом снимают дорамы или фильмы. Они становятся большим трендом. Я думаю, может, она попробует что-то в этом жанре. У нас недавно появилось несколько новых проектов. Но у нее нет опыта в этом. Она неопытна в написании эмоциональной линии. Вы можете посоветовать ей искать вдохновение в окружающих людях, таких как я. Я думаю, это ей очень поможет. Я понял. Господин Лу, вы так опытны в этом. Для нас большая честь сотрудничать с вами. Так здорово. Никто не должен знать, что я инвестирую в вас. Конечно. Хорошо. До свидания. Господин Лу, вы хотите быть консультантом Мису по любовным романам? Думаешь, я недостаточно квалифицирован? Нет, конечно. Вы квалифицированы, господин Лу. Вы хорошо в этом разбираетесь. Господин Лу? Шэнь Юэньчуань? Невестка, какое совпадение. Мне нужно кое-что сделать, пока. Сюда. Черт. Президент! Моя талантливая девочка, проходи. Я приготовил для тебя чай с хризантем. Садись. Попробуй. Спасибо, президент. Извините за промедление. Мой роман... Дзяньнань. Я недооценил тебя. Я внимательно прочитал твой роман вчера вечером. Бог мой, ты такая талантливая и гениальная. Так потрясающе. Спасибо, президент. На самом деле он не так хорош. Но хорошо, что он вам понравился. Конечно. Но в целом, рынок не процветает. И тебе стоит попробовать разные стили и темы. У тебя большой потенциал. Я хочу помочь тебе. Посмотри, это несколько наших новых проектов. Можешь выбрать один. Давай. Нет, президент. Я ничего не знаю об этих темах. Не волнуйся. У тебя есть потенциал. Часть первая, глава третья. Вторая половина девятой строчки. Ты сделала довольно подробное описание нижнего белья. Это же так легко для тебя.
Это... Зянань, если ты войдешь в десятку лучших в нашей компании с этим романом, мы издадим бумажную версию в будущем. Издадите? В самом деле? Как я могу тебе лгать? Но не дави на себя слишком сильно. В наше время у всех есть друзья. Найди вдохновение в окружающих тебя людях. Выбери один. Давай, выбирай. Тогда так я... Так проницательно. Отлично. Возьми этот. Вступление должно быть цепляющим глаз. Первая сцена должна быть неопределенной. Аймэй. Не так уж и сложно. Просто добавить романтики, верно? Неопределенность. Держит ее. А дальше? Сяоси, помоги мне. Друзья, помогите мне. Дзянь-Ань, зачем ты здесь? Дзянь-Ань, это хорошие новости. Я не ожидал, что они дадут тебе крупный проект. Я очень волновался, когда ты ушла вчера. Но у меня, по сути, нет парня. Властный мужчина, милая жена и неопределенность. Позвольте мне умереть. У тебя же уже есть готовый персонаж. Готовая милая жена. Воспользуйся доступными тебе материалами. Ты что, попугай? Лубаянь, забудьте это. Его пара — это Хань Руоси. Я говорила вам, мы женаты только по контракту. Я не хочу быть любовницей. Перестаньте говорить о нем. Лучше скажите мне, как написать такой роман. Дзянань, ты спросила правильного человека. Эй! Что с тобой не так? Извини меня. Если бы извинений было достаточно, зачем была бы нужна полиция? Остановись! Что? Это уже клише. Так глупо. Ничего вы не понимаете. Это мой более чем 20-летний опыт. Поэтому каждый раз, когда ты расстаешься с девушками, они называют тебя мудаком? О ком ты говоришь? И на этот раз мне надо описать властного босса. Это не школьная история. Такие люди, как Тян Шаокай, никогда не будут боссами. Дзянь-Ань. Послушай меня. Президент Дзянь, ваш кофе? Извините. Все в порядке. Я привык. Президент Дзянь, вы могли выбрать себе секретаршу получше. Почему выбрали меня? Хочешь знать почему? Хочу. Потому что ты Ло Сяоси. Мне лучше уволиться. Я причиняю много неприятностей. Я не хочу, чтобы ты увольнялась сейчас. Я хочу, чтобы ты стала моей девушкой. Оставайся и будь моим секретарем. Я так не могу. Давай, садись. Держи. Кофе. Боже мой! Вы в офисе, вы даже так распутно! Ло Сяоси, о чем ты думаешь? Мой вариант лучше твоего. Девушка, ты знаешь, что играешь с огнем. Разве не лучше? Лучше, чем моя? Президент Дзянь, это ваш кофе. Ой, извините, так лицемерно? И никакого служебного романа в крупной компании, ладно?
Нет ничего плохого в служебном романе. Я могу говорить, что хочу. Ты бездельница. Сначала работу найди себе. Кто здесь бездельница? Это оскорбление. Нет. Я изобью тебя до смерти. Ну попробуй. Хватит, тайм-аут. Вы здесь, чтобы помочь мне, верно? Если такой человек, как ты, придет в офис, будет катастрофа. Сам ты катастрофа, вся твоя семья. Ты сплошное бедствие. Скажи это снова. Это... Я изобью тебя сегодня до смерти. Ах ты... Подойди сюда. Господин Лу, вам нужно подписать это. Баянь, приведи Дзяоань на ужин. Хорошо, мам. Вы хотите связаться с госпожой Су, верно? Я только что видел, как госпожа Су встречалась со своими друзьями в кафе. Мне забрать ее? Друзья? Тот, кто залез в ваш дом в прошлый раз, Дзян Шаукай. Господин Лу, вам нужно подписать это. Скажи это снова! Нет, не трогай мое ухо! Мечтай! Боже, что ты сказал? У тебя много девушек? Подожди, я не хочу с тобой спорить. Ты как бельмо на глазу. Алло, что такое? Мы ужинаем с мамой сегодня вечером, не забудь. Я поняла. Ты сейчас где? Я на улице, иду домой. Одна? Да, одна. Странный. Баянь, я искала тебя. Я забронировала столик в ресторане. Поужинаем? Не сегодня. Нет, это твой любимый ресторан. Я 3 дня старалась. Госпожа Хань. Что с ним случилось? Я забронировала ресторан, у него нет времени. Я думаю, тетя Тан хочет его видеть. Не думайте слишком много. Хочешь со мной пойти? Я? Ладно, забудь. Госпожа Хань, я могу. Госпожа Хань! Ты... Почему мы в твоей спальне? А что? Мы женаты? Чего ты боишься, детка? Но... У нас есть договор. Нет, ты должен уйти. Я буду очень нежным. Почему ты такой невоспитанный? Тебя стучать не учили? Извини. Детка, давай. Давай продолжим. Отвали! Ты такой плохой! Тебе это нравится? Я... Да что с тобой не так? Постучать сложно. Она должна писать про властного мужчину. Что она там делает? Дядя Сюй, подготовь машину. Мне нужно отъехать. Хорошо, господин Лу. Неожиданно. Так педантично. Везде одни костюмы. Но текстура отличная. Станиславский однажды сказал: «Слушайте по-настоящему, смотрите по-настоящему и чувствуйте по-настоящему». Я могу одолжить это? Почему ты не можешь оставить меня? Не забывай, кто ты. Лучше не бросай мне вызов.
нет! Я хочу уйти от тебя! Послушай, только я могу позволить тебе плакать с этого места. Почему это звучит так знакомо? Почему ты здесь? Это моя комната? Странно, что я здесь? У тебя что, есть такой фетиш? Нет! Это... Я не... Снимай. Чего ты хочешь? Зачем снимать? Ему нравится такое? Он же не будет... Собирайся. Мы едем домой к моей маме. Тетя Тан. Да. Мы здесь, чтобы навестить вас. Ты все еще зовешь меня тетей? Зови меня мамой. Мама, я буду готовить для тебя сегодня. Спасибо, мама. Ты давно не была здесь. Ты приходила сюда играть в детстве. Баянь, подойди. Покажи здесь все Дзянь-Ань, а я приготовлю еду. Хорошо, мам. На самом деле, все как в детстве. Ничего не изменилось. Это трансформер, которого я сломала. Ты починил его? Где я его сломала? Я помню, это было здесь. На что смотришь? Ни на что. Грубо брать чужие вещи без разрешения. Такой нервный. Должно быть там какой-то секрет. Я узнаю, что это. Вот она. Отпусти меня. Это флирт? Я не хотела! Отпусти меня! Если мама это увидит... Она будет только рада. Она что, собака? Мама, давайте помогу. Хорошо. Вонючая репа, вонючая репа, вонючая репа. Дзянь-Ань, ты не любишь редиску? Нет, мама. Я люблю ее. Дзянь-Ань, ты хорошо умеешь резать. Нет, я научилась этому, пока жила одна. После окончания школы папа все время просил меня работать в его компании, но я отказалась. Он перестал давать мне деньги. Я не стала просить у него денег. Я была выше всего этого. Но стабильного дохода у меня не было. Поэтому, чтобы сэкономить деньги, мне пришлось готовить. Дзянь-Ань, тебя тяжело понять. Твой папа просто хочет защитить тебя. Я это понимаю и знаю. Но я правда не хочу идти работать в его компанию. Я не хочу быть королевой нижнего белья. Я просто хочу писать романы. Вот и все. Это моя мечта. Пишешь роман? Интересно. Когда ты это взял? Кто разрешил тебе смотреть? Я серьезно? У тебя есть талант. Это правда? Конечно.
Но тебе нужно мое руководство. Посмотри на это. Вот. Если сделать мотив героя более разумным, будет намного лучше. Это усилит конфликт между главными героями. Ты понимаешь? Ты профессионал. Помоги ей с этим. Это вторая глава. Я поддерживаю тебя. Я думаю, ты с детства хорошо писала. Да, Баянь? О. Да. Дянь-Ань, у тебя нет планов на вечер, верно? Нет. Тогда оставайся здесь. Ты можешь уйти завтра. Хорошо. Держи. Я позабочусь об остальном. Отнеси фрукты туда. Хорошо, мама. Жена, оставь это на меня. Наслаждайся. Дянь-Ань, ты обязана это попробовать. Суп из редьки. Попробуй, тебе нравится? Так хорошо пахнет, мама! И все эти блюда мои любимые. Особенно говядина с картофелем. Меня не было столько лет, но все еще вкусно. Ешь больше. Ты часто приходила сюда поесть в детстве. Я помню, что эти блюда твои любимые. Все как всегда вкусно, спасибо. Ешь. Я дам тебе супа. Спасибо. Держи. Спасибо. Суп? Спасибо. Не за что. Это так вкусно! Мама, вы должны научить меня. Хорошо. Госпожа Хань, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Этот букет для вас. Так красиво. Баянь инвестировал первоначальную сумму в литературную сеть? Да, но никто не понимает, почему он так поступил. Как ты думаешь? В последнее время он немного странный. Я думаю, он просто слишком занят. Не прикрывай его. Он был занят и раньше. Но не как сейчас. Вы ведь голодны? Давайте сначала закажем что-нибудь. Выпей воды. Спасибо, мама. Спасибо, мама. Ты наелась? Да. Дянь-Ань, я хочу кое-что обсудить с тобой очень серьезное. Когда у вас появится ребенок? Я скажу тебе. У меня есть несколько имен для моего внука или внучки. Мама, мы уже обсуждали это. Ты сказала, что хочешь мальчика, а я сказал, что хочу девочку. Ты же не забыла это так быстро? Мы еще не закончили. Отлично. Я более чем счастлив. Дянь-Ань, не нервничай. Я не буду давить на тебя, пока ты думаешь об этом. Но, Дянь-Ань,
Насколько я знаю, ты часто работаешь допоздна. Но здоровье тоже надо беречь. Это нормально, если... не хочешь ребенка сейчас. Хорошо, мама. Баянь, тебе следует хорошо заботиться о Дзянь-Ань. Не работай весь день, она твоя жена. Хорошо, мам. Хорошо, уже поздно. Я оставлю вас двоих. Я подготовила для вас комнату. Ложитесь спать пораньше. Хорошо, мам. Мам. Где я буду спать? Здесь. Почему ты раздеваешься? Чтобы принять ванну. Мы будем спать в одной комнате? Если мы будем спать в разных комнатах, что подумает моя мама? Ты сделал это специально, верно? Я предупреждал тебя? Предупреждал меня? Ты предупредил, но я не поняла. Почему ты не сказал мне раньше? Я думал, это ты нетерпеливая. Как твой муж, как я могу заставить тебя волноваться? Это все моя вина. Я переоценил твой IQ. В следующий раз этого не повторится. Боже мой! Нам действительно придется делить одну кровать. На что ты смотришь? Я возьму с тебя деньги за просмотр. Не очень. Приму душ. Ты не можешь смотреть на меня бесплатно. Твоя очередь. О чем я думаю? Что? Ты забыла взять пижаму, которую мама приготовила для тебя? Да. Боже мой, почти такая же, как от отца. Мама, вы такая заботливая. Алло. Дзянь-Ань, президент Ду сказал, что тебе нужно отправить рукопись завтра. Я пишу сейчас, пришлю завтра вовремя. Что же мне делать? Дзянь-Ань, почему ты стесняешься? Такая прекрасная возможность переспать с президентом Лу. Иди, он прекрасный материал для твоего романа. Нет, не забывай о вашем соглашении. В течение года никакого физического контакта. Нельзя написать хороший роман, не посвятив себя искусству. Лу Баянь настоящий дьявол. Лучше не рискуй. Отлично. Опять задержишь выпуск? Как ты объяснишь это президенту Ду? Ничем не рискуешь, ничего не выиграешь.
所有的烦恼，别来做人，没有谁能代劳，想对你一直好，耳边的唠唠叨叨，只许你来找。